Ну да, это как регионально. Всем снова привет. Мы находимся в экспоцентре на Красной Пресне. И сейчас пообщаемся с игроком из команды Virtus.pro Артемом Горовцовым, АК Сливка. Артем, к сожалению, уже выбыл из соревнований, но, несмотря на это, бодр и весел. Да, Артем? Ну, да, привет. Я выбыл из соревнований, АК Сталивар. Здесь такой... Я проиграл Императору. Мне не особо обидно, на самом деле. Я у него не так часто выигрываю, странно. Хотя, ну, статистика с другими тиранами у меня гораздо лучше, чем с ним. Хотя, по идее, он с зергом играет очень плохо, по его именно словам. Он проигрывает просто всегда. И вчера он говорит, там, из 20 игр взял 18, проиграл с зергом. И меня как-то вот его слова сейчас демотивировали. Хотя, в принципе, ну, не знаю, я не сказать, что... Я с ним играл, я считаю, нормально, но недостаточно, чтобы победить. То есть, какая-то игра, на самом деле, была вялая и... Ну и не та, которую должен показывать чемпион. Так. Вы вот с Хэппи спорили, кто имба, зерги или тираны. Получается, что ну, сегодня тирановская имба как-то победила? Или все-таки игры были, ну, так сказать, без халявы, без халтуры, все было ровно, и Хэппи выиграл за счет контроля, как говорил один известный игрок? Не, ну, я считаю, что Хэппи выиграл прежде всего из-за того, что из-за ошибки Титана, который решил, что не надо показывать свои стратегии с Туруком, и я лучше сыграю в что-то непонятное и проиграю. Вот, то есть, и все. Хотя был забавный сейчас случай, но перед тем, как мы начали играть игры с Хэппи, я сидел на сцене, и сразу спросил Титан. А ты говоришь, ну что, Титан, разыграем с тобой квоту? Он такой, ну да, как в прошлом году, на 3-4 место, типа. Я такой, ха-ха-ха-ха-ха, поржали, ой, посмеялись, и в итоге, ну, сами видите, мы 3-4 место опять, ну, дно просто. Как это Марианская впадина. Как ты будешь готовиться к следующему мероприятию? Не нанесло ли вот это поражение урон твоей морали? И какой, кстати, следующий ивент? По поводу следующего ивента я пока не знаю. Это будет или IPL 5 в Лас-Вегасе, или ESVC, если у меня будет приглашение туда. Потому что, ну, там большая проблема с принимателями именно русских игроков, потому что нет, просто квоты не разыгрываются. Ну, так организаторы нас обделили, хотя Лива и Пакистан по 2 квоты на StarCraft, Россия 0, ну, Польша 0. Ну, какая-то, в общем, странный формат ивента этого получается. Но я надеюсь, что меня пригласят за какие-то заслуги, которых, конечно же, нет. Но, возможно, они обратят на меня внимание, и я все-таки приеду к ним в Париж побеждать, вот, и забирать титул Стефана. Как ты в целом вообще сейчас поживаешь, тренируешься, как много тренируешься, путешествуешь, отдыхаешь, чем занимаешься? Ну, прежде всего играю в StarCraft, стараюсь, но на самом деле тратишь время на StarCraft вроде всю свою жизнь, ну, то есть, по сути, каких-то таких глобальных изменений не произошло, ты по-прежнему живешь, ну, а-ля только StarCraft, да, ну, не говоря какие-то такие повседневные, да, ну, дела, там, как, то есть, ну, с друзьями, там, куда сходить и так далее, да, ну, это мы выпускаем, то есть, именно получается в жизни столько StarCraft, но при этом в последнее время я играю очень мало игр. И нужно менять, я думаю, план тренировок и режим. Сейчас нужно именно сделать жесткий график и по нему тренироваться, потому что я играю действительно очень мало игр. Мне не хватает просто... Получается, что у меня есть только StarCraft, и у него не хватает времени из-за неправильного режима сна, там еще каких-то траты времени на лишнее просто. Ну, то есть это может делать более короткий срок, сжатый, все грамотно подойти и больше играть. Мне кажется, именно вот этой вот подготовки мне не хватило на самом-то деле. Хотя я вроде тратил все время, что было, но этого мало. Надо просто урезать какие-то моменты, да, или просто, вернее, не то, что урезать, просто их... комбиновать, да, так делать, чтобы было гораздо лучше, то есть больше оставалось на игры, и вот. А по поводу морали был прошлый вопрос, я забыл ответить на нет, ну, я не скажу, что сильно остановился. В последнее время вообще на турнире на меня нет такого влияния, что я вот проиграл, я расстроен, я наоборот, я даже если проигрываю, в любом случае, я хочу идти дальше, и мне наоборот, это мотивация для победы, вот, поэтому нормально все. Сейчас многие уже начинают пробовать бетку ходца, потому что ожидается в следующем году, скорее всего, переход на новую дисциплину. Попробовал ли игру и ты, и что можешь сказать о ней? Ну, бета ходца хорошая. Я думаю, что если бы Нейтрон не стоял за кадром, то у меня было бы... Интервью было бы получилось лучше, вот. Но бета ходца, она вполне адекватно, не знаю, тот же StarCraft, все тоже осталось, просто другие нет. Добавили новые юниты, я думаю, что все... не будет какого-то резкого изменения в плане, кто сейчас рулит, тот перестанет рулить, да, даже зерги, которые играют брудлордов. То есть там у них есть сейчас своя имба, свармхост и так далее. То есть, ну, все останется в прежнем месте. Главное тренировки. Я играл немного сейчас, потому что я не вижу смысла играть в сырую игру. То есть игры просто, получается, ну, она есть, да, то были юниты, они исчезли и так далее.
Ну и напоследок скажи, как обычно, пару слов комьюнити. Всем спасибо, кто за меня болеет. Спасибо людям, которые называют меня дно. Спасибо спонсорам, thank you. Спасибо Нефанди за интервью. Спасибо оператору Бубе. Вот этому мы ничего не скажем. Он никто. Запомните это, ребят. Его стримы не смотрите, они скучные, беспонтовые, если там нет меня. Пока, привет.